Несколько лет назад во дворе дома появилась проблема с отведением стоков, рассказывает председатель многоквартирного дома по улице Некрасовской, 48, Виктор Гончаров. Вопрос долгое время не могли решить, и мужчина вынес его на обсуждение во время семинара «Мой дом». Информацию зафиксировали и в кратчайшие сроки прочистили систему водоотведения. После встречи особое внимание этой проблеме уделила глава Самары Елена Лапушкина и помогла разрешить непростую ситуацию, отмечает Виктор Николаевич. Когда компетентный человек, который... и на своем посту, как говорится, находится, и знает, кому что сказать и с кого потребовать, вот это здорово. Я прям за нашего мэра горой, потому что это человек, который слово, потому что очень много сейчас в последнее время говорят много слов, но мало дел. Семинары «Мой дом» — это универсальная площадка для председателей многоквартирных домов, товариществ собственников жилья и просто активных жителей Самары. Темы для обсуждения всегда актуальны. Содержание прилегающей территории, безопасная эксплуатация газового оборудования, разные правовые аспекты. Здесь также могут рассказать, как использовать приложение «Госуслуги Дом», которое помогает максимально упростить все процедуры внутри жилищно-коммунального хозяйства. Каждый житель может увидеть всю историю своего дома, то есть он может оплатить коммунальные платежи, он может посмотреть баланс на доме, денег, которые он заплатил там за текущий ремонт, и кто является управляющей компанией, какие сроки по капремонту и многие-многие другие аспекты. Раньше, чтобы получить эту информацию, жители должны были обращаться в каждое ведомство отдельно какими-то запросами. Да? Сейчас он, зайдя на эту платформу, видит все на одной странице. На встречах обсуждают вопросы, без которых сложно представить себе грамотное управление общедомовым имуществом и правильное распределение финансов, чтобы создать комфортные условия для жизни. Проект «Мой дом» направлен в том числе на повышение прозрачности процедур управления многоквартирными домами, чтобы у жителей не было сомнения в правильности принимаемых решений, коллегиальности их. В этом очень помогают собрания в онлайн-формате, собрания собственников. Одно из обсуждений в подобном формате прошло в Самарском районе города. Здесь с начала осеннего сезона это уже 8-й семинар. Заключительная встреча в этом году пройдет уже в декабре. Напомню, что проект «Мой дом» ранее инициировал губернатор Дмитрий Азаров. Реализация программы находится на особом контроле главы Самары Елены Лапушкиной. Михаил Ермоленко, Петр Паламеев. События.